Привет, это канал, меня зовут Абдулла, и сегодня я в злой пчеле показываю нож, тестирую, первый раз в руках держу. Этот ножичек небольшой, кинжалообразной формы, со смещением более к лезвию тяжести, или, как говорят, баланса. Называется он нож Бастард. Сейчас потестируем с 3 метров в один оборот. Посмотрим, что у нас из этого всего получится. Первого раза все 6 ножей, один оборот прекрасно пошел. Сейчас попробуем его в полоборота, как он пойдет. Все-таки необычное лезвие такое. Нож Бастард. Очень интересная штука. Я думал, он в полоборота пойдет очень плохо. А вот как раз он в полоборота пошел прекрасно. Я сомневался, конечно, что вот у него там немножко он вот на баланс у него вот такой вот где-то. Вот так. О. Я думал, пойдет он за лезвие. Прекрасно, прекрасно пошел. И за ручку прекрасно пошел. То есть он, вот я предполагаю, что он на маленькие расстояния. То есть на большие расстояния уже такой, ну, слишком большие, вряд ли бросишь. Но мы, естественно, попробуем. Давайте. В один оборот бросаю ножи Бастард с 5 метров. Посмотрим, что из этого выйдет. Круто опять. Да, норовистый ножик. Но как только приспосабишься к нему, прекрасно себя ведет, прекрасно. Нож Бастард заметно короче тех ножей, которым я привык кидать. Ну, кроме одного ножа, Сканф 1, он у меня коротенький тоже. И этот короткий нож отличается от длинного тем, что к нему нужно подбирать хват. Где-то он будет поглубже, да? Где-то какой-то вот немножко, так это самое, завести его подальше, поглубже. В общем, там много тонкостей. Но когда вот этот нож, вот Бастард, я попробовал, да? Вот с каждым разом, да? Как только лучше к нему приспосабливаешься, понимаешь, насколько ножик хороший. Ну, реально хороший. Его прекрасно кидать и в оборот, и многоборотной техникой, и в полоборота залезья. Единственное, что на дальней дистанции я даже на нем и пробовать не буду. А вот для коротеньких дистанций, для новичков, такой ножичек очень приятненький такой. Очень хорошая штука вообще. Вот так. Давайте сейчас еще 4 метра попробуем. 1,5 оборота. Посмотрим, что это будет. Если мои предположения верны, и хват будет вот такой вот, то он начнет втыкаться сразу же и, как говорится, сразу и в кассу пойдет. О, так и есть. Да, так и есть. Все-таки вот так вот 1,5 оборота залез и пошел вообще за милую душу. Просто вот как будто для этого и создан. Прям хват берешь вот за все лезвие и ножик просто супер. Вот сейчас вот я почувствовал его преимущество. То есть у каждого ножа какие-то броски идут получше, какие-то похуже. Опять же, метатель тоже любит что-то. Нож Бастард 1,5 оборота с 4 метров идет вообще замечательно, изумительно просто. С 5 метров в 1 оборот тоже идет хорошо. Просто еще у него особенность ручки, что там трудно найти ориентир. Но если сделать зарубочку какую-нибудь, там несколько такие вот потаенные, как я это люблю делать на ноже, и полностью к нему привыкнуть, ножик будет втыкаться, просто вот втыкаться. Бастард — это супер!
Нож бастард, два оборота с 5 метров за ручку. Сейчас посмотрим, что он как себя поведет. Хреново он себя ведет. Это нет, ничего. Точность хорошая. Один только нож не наткнулся. Не, нормально идет. Нож бастард с 5 метров, два оборота. Я только что попробовал, идет хорошо, только надо, конечно, приноравливаться. Приноравливаться, хват подбирать немножко. И прекрасно он себя ведет. Да, чудесно просто. Ножик. Чудесный просто. Вот сначала как-то так я подбирал, когда хват и все, немножко так вот было непривычно, но как только хват и подобрал, вот он стал слушаться. То есть бастард, ножичек для новичков, просто сказка. Для дальних бросков я даже его пробовать не стану. А вот для новичков ножик бастард я рекомендую. И он небольшой, такой коротенький, не очень тяжелый и слушается руля, то, что надо. Все, не пожалеете, берите. С вами был канал Миллион Абдулла. Я показывал ножик Бастард. Хорошая штука. Метается прекрасно с небольших дистанций. Просто чудесно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В описании смотрите ссылки, где этот ножичек можно попросить, пометать, посмотреть и даже, может быть, приобрести. Сертификат на него имеется. Он засертифицирован как хозяйственно-бытовой инструмент. Нож шкуросъемный. Обычно в сертификатах пишут нож шкуросъемный. Так вот, знаете, берете ножи, везете их с собой по городу. Вас останавливает милиция, говорит, а что это у вас такое, вы ему? Раз, сертификат. А это шкуру снимать с животных. Он сразу, а тогда идите дальше. Вот, с вами был канал Миллион Абдулла. Пока-пока. Жмите лайки, не забывайте, это вот такая штука. Вот такая вот. Во. Но не сильно, а то это монитор может треснуть. Так, тихонечко, раз. Но если не нажал, то второй раз обязательно нажмите, чтобы был лайк. Да, все, пока-пока. We'll be right back.